Всем привет, и мы начинаем аранжировку с нуля. После записи голоса начинается самая кропотливая работа. Это тюнинг вокала. Ручная коррекция записанного голоса до нужных нот. Проделываю данные действия с каждым записанным фрагментом. После этого расставляю отредактированные фрагменты в нужных местах. Далее вручную выравниваю записанные партии голоса, чтобы они синхронно попадали в каждый такт музыки. Теперь наступает одно из самых долгих и в то же время интересных процедур. Это обработка каждого инструмента, голоса, ритм-секции по отдельности. Устранение звуковых частотных конфликтов, эквализация, компрессия, сатурация, пространство в треке и прочее. Если говорить профессиональными терминами, сведение и мастеринг. Теперь послушаем, что у нас получается. На сегодня это все. Подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!